Все? Пишешь, отец? Друзья, всем привет! С вами студия БАЗ 93. Завершили очередной автомобиль, очередную работу BMW троечка в кузове F30. Установили аудиосистему по штатным местам от компании AMP. Установили UC Prots, сделали аквапринт, перешили салон, потолок. Все это вам сейчас покажем детально. Сейчас я возьму камеру в руки и пойду вам рассказывать, как мы это делали, что делали. И в конце мы послушаем, как стреляет эта аудиосистема. Начнем с интерьера салона. Как и говорил ранее, сделали аквапринт под дерево. Не знаю, как это называется правильно, но выглядит очень-очень дорого, богато. Все элементы, которые снимаются, отдали в аквапринт, сделали все качественно. Также перетянули в алькантару, в итальянскую хорошую алькантару, потолок, стоечки. Посмотрите, песня, пися-ля-ля, просто. Салон стал намного выглядеть богаче с вот этими интерьерными изменениями. Также установили мы уголочки. Данный автомобиль идет в самой простой комплектации, и здесь уголков нету. Кто, у кого BMW, тот знает, что здесь ничего нету, здесь просто заглушечка. Соответственно, Harman, кордон, все круто, все дорого, богато. Соответственно, поставили уголочки и установили пищалочки сюда от комплекта. Комплект у нас AMP. Точно не помню, как называется. Я думаю, в описании мы напишем название оборудования, которое было установлено. Также от этого бренда мы установили подсидельники и середины по штатным местам. Сзади у нас еще Косян такой же, только коаксиальный, да, комплект. Сзади у нас коаксиальный комплект в задних дверях. Автомобиль на таком прикольном, в принципе, рыжем салоне. Видите, да? Ручечки тоже сделали в аквапринт. Но здесь у нас есть проблема. Видите, да? Это не мы развалили, развалила их жара. Здесь у нас также коаксиальные динамики, специальная для BMW, потому что у BMW F-серии специфическая акустика на трех, так сказать, на трех болтах, на трех винтах она крепится. Усилитель мы расположили вот сюда, вот в нишу, по просьбе владельца. Здесь по штату также в жирных комплектациях устанавливается усилитель. Соответственно, поставили сюда. В дальнейшем владелец приедет к нам на изготовление стелса и его установочку. И, соответственно, дальше мы расположим здесь, я думаю, моноблок небольшой и стелс-короб. Усилитель он у нас также от компании AMP by Вахтин. Усилитель у нас пиромания. Все у нас подключено от штатного головного устройства по высокому уровню, так как здесь, говорил ранее, очень пустая комплектация в плане звука. Соответственно, все сделано по высокому уровню. Звук достойный. Я думаю, ничем он не отличается, да, от того, когда подключаешь по тюльпанам. Что скажешь, Костян? Лучше? Не хуже, точно. Вот. Наши установщики говорят, что даже не хуже. Звук очень такой достойный у данного комплекта. Ну и в принципе, что можно ожидать? Ничего сверхъестественного от 13-сантиметровых динамиков-то и ожидать не стоит. Звук изменился. Владелец очень-очень доволен. Да, кстати, забыл сказать. Выполнили полную шумовиброизоляцию. Разбирали полностью салон. Все закатали у нас бетон просто. Сделали все материалами от компании Шумов. Шумов М3 и еще какие-то материалы также от компании Шумов. Точно не помню. Сейчас мы включим аудиосистему и послушаем, как она играет. Трек у нас, конечно, будет сегодня не самый лучший. Но тем, кому не нравится, те, кто будет писать, какой же паршивый мы трек выбрали. Идите вы все лесом,
потому что YouTube может заблокировать на нормальной музыке, да, это музыка без авторских прав. Соответственно, YouTube заблокирует, и все наши труды, все наши старания пойдут на смарку, поэтому приходится выбирать без авторских прав в разных группах ВК. Кстати, кто знает, у кого есть какие-то треки, да, хорошие, но без авторских прав, пишите в комментариях название. Обязательно примем к сведению, прислушаемся, скачаем и будем системы тестить на этой музыке. Ну, пока что нашли, как говорится, спасибо и на этом. Даже что сказать, однозначно система стала лучше стала она в разы, акустика достаточно такая сбалансированная, под сиденьями у нас находятся миды, так называемые подседельники. Я знаю, как это звучит не понаслышке, штатная акустика, да, в такой пустой комплектации у самого автомобиля, в такой же комплектации, да, только немного другой пятерка в кузове, F10, соответственно. Также пустая комплектация и звук штатный там очень убогий. Конечно, это все не эстрада супер-мега громкая, но звук хороший, сбалансированный. Очень хорошие верха, я думаю, сейчас слышно, как они отыгрывают. Пищалочки прям вообще стараются на все 100%. С вами была студия БАЗ-93. Будем ждать вас в гости. Пишите комментарии, скидывайте свои треки. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.